Тем временем на Балканах началось уже второе в этом году наводнение. Из-за угрозы затопления в Хорватии эвакуировали около 2000 человек. Река Купа вышла из берегов и затопила сотни жилых домов и магазинов. Водная стихия больше всего угрожает жителям города Карловац в центральной части страны. Там сотни людей из-за затопления были вынуждены переселиться на верхние этажи своих домов. Проливные дожди также привели к массовой эвакуации на территории соседних Сербии и Боснии и Герцеговины. Один человек погиб в Словении, еще один числится пропавшим без вести.